Евушка, ты пришла с утра пораньше наблюдать за поросятами? Да? Заезжаем на хутор. Сегодня приезжали парни, которые доделали фронтон, разобрали леса. Увидели вот такую красоту. Денис, спасибо тебе огромное. Бай, ты в траве спрятался? Бай. Всем салют, всем добрым людям двойное доброе добро. Под предыдущим роликом было много комментариев. Как-то так, Никита вроде бы отказывался от свиноводства, а сейчас привез новых свиноматок. Я не буду на старте сейчас ролика отнимать у вас много времени. В процессе работы расскажу, почему именно такое решение я принял. Единственное, о чем скажу, немножко спойлерну, следующий ролик будет не совсем про хутор, точнее про хутор, но не про хуторские дела. Это ролик будет в формате беседы. Есть определенная информация. Этот разговор так или иначе должен был произойти, и он произойдет, потому что информация появилась. Информация очень интересная, как для меня, пока я ее не увидел, так и будет интересно для вас. Все тогда. Я пойду трудиться, а вам приятного просмотра. Ребята, вы, может, дождетесь, когда я вам насыплю в кормушки. Поросята вылазят за периметр загона. А, пуляподобный, еще один. Два черномазика, хрячок и свинка. Хрячка пока не кастрировал. Вот это постарше, это от Нюши. О, видите, что происходит? Вы же не голодные, ребятушки. Пузики набиты, вы плотненькие такие все. Че, в чем? Так, ах ты, бляха-муха, я тебе дам. В очередь. Так, алло, алло, ребятки. Так, пуля, не додумайся трогать, не додумайся, я тебе сказал. Нюха, отойди. Ой, отойди, я тебе говорю, отойди, блин, отойди. Девушка с папой, за папой, с мамой по пятам ходит, да? Нет, сейчас насмотрится, хоть уснет. Девушка,
Ты пришла с утра пораньше наблюдать за поросятами? Да? Ты же, Ива, я спать хочу. Это вы меня сюда привели. Ну и как? Тебе нравится? Скажи, Ева, с детства контактный зоопарк? Дочка. Он сонный уже. Нет? Евушка, ну ты улыбнешься папе сегодня? Улыбнешься, улыбаха моя. Ай, ты хорошенькая. Ев, скажи, папа, хватит меня тут это снимать? Что, Ева, будем спать? Кепка такая модная у тебя. Да. Была там? Нет, так чисто. Рядом Нива проходила, да? Привет. Лыбах. Нужно собакам таблетки дать от глистов. Таблетки у нас альбендазол. Ветврач посоветовал, сказал, будут нормальные. Одна таблетка на вес 33 килограмма. Собаки где-то килограмм по 20, черныш больше. Лаки так вообще 60. Лаки две таблетки пойдет. Всем остальным по одной. Там немножко передозировка, но такая доза. Как я говорю, ударная. И вчера опять купил Бровекту. У Лаки. Вот-вот, даже не вот-вот, она уже закончилась. Мы просто этот момент проморгали, тьфу-тьфу-тьфу, все обошлось. А у всех остальных где-то через недельки полторы. Еще хотел вам рассказать. А сейчас стал ко всему относиться не с такой головой, как относился раньше. Сейчас все делаю размеренно, поэтому на все, как ни странно, стало хватать время. Никуда не бегу, не тороплюсь. Надо обкосить участок, пожалуйста. Надо убрать свиней, убираю, но не так, как я это делал раньше. То сегодня надо прям сделать все, вот все вокруг. Такого уже нету. Убираю везде, все делаю последовательно. И появилось много времени. И ребенку можно уделить, жене, да и в принципе... Как-то всего стало побольше. По поводу выставки. Было три выставки. Моновыставка, общая там порода собак выставлялись. И еще какая-то. Я не совсем в этом разбираюсь пока. На всех трех выставках мы получили дипломы, оценка отличная, это радует. Собаку не забраковали. Единственный момент по собаке, это
надо социализировать собаку, потому что собака себя не очень уверенно ведет на ринге. То есть она идет где-то поджав хвост, немножко так сжавшись. Надо, чтобы она более раскрепощенно ходила. Сейчас этими всеми моментами занимаюсь. Вывожу ее в город. Люди, другие собаки, другая обстановка. Ну, вроде бы так, по чуть-чуть расходится. Сейчас приходится, в связи с тем, что свиней не выпускаю, под электропастух. Электропастух вообще буду продавать, потому что посмотрел ролики в интернете. Все это полная ерунда для свиней. Даже там, где стоят металлические столбы, натянуты нормальные такие нити, которые выдерживают большую нагрузку. Свинья все равно, когда дотрагивается до электропастуха, она не всегда отпрыгивает в сторону, а идет на пролом. Поэтому не работает только физическая, конкретная капитальная изгородь. Поэтому за моей спиной есть участок, я его оставил под яблонями. Сейчас буду пятаки выкашивать и ежедневно свиньям таких больших 2-3 ножки накладывать травы. Многие вот тоже пишут, заведите овечек, они вам будут все под газон выкашивать, выскубать. Они-то будут выскубать, но их тоже надо держать в каком-то периметре, чтобы они там долго стояли. Но они помимо того, что выскубают, они-то еще и гадят. И помимо этого копытами и копытиками они режут корневую систему травы. И получается, для того, чтобы овечка выскубла траву до газонного состояния, она по сути там это все перетопчет в грязь. Поэтому я на эту тему чуть позже поговорю, и я понимаю, почему у многих людей, которые мне советуют, даже у большинства нет опыта содержания овечек, как и у меня в принципе. Но я понимаю, откуда идет информация и где эта картинка красивая видна. Мы на эту тему в ближайших роликах пообщаемся.
нам бы не дешевле. Лаки. Что такое? Но. Жизни не повидавшие. Конечно, вот это стоит. Видел, ударил, да? Я такая, ты шо, отвали от меня. Пойдем. Куда? Лаки, это тебе не на хуторе лайка забегонять. Тут другие условия, понимаешь? Другие. Большая борода, большие города. Видел, как соскалится такая, типа, отойди от меня. Ишь ты! А это хозяин, я тут буду отметить. Ну что ты, за папу прячешься, а? Лаки. За папу прячешься, да? Заезжаем на хутор. Сегодня приезжали парни, которые доделали фронтон, разобрали леса. Видели вот такую красоту. Денис, спасибо тебе огромное. Толя, если ты нас смотришь, тоже. Толя, он же Саня. Повесили под конек прожектор огромный. Я их попросил. Ну, уже преображается домик. Внутренний фронтон уже обрел законченный вид. Красота. С этой стороны огромный прожектор. Над окном я поставлю камеру. И в случае какого-то кипиша, когда поставлю, подключу еще датчик движения, чтобы в случае чего камера светила, не камера, а фонарь. Вот сюда вот, на всю эту территорию, въезд на хутор освещаться будет. О! Парни выкручивали саморезы, все аккуратненько в коробочку сложили. Вот что значит профессиональный подход. Молодцы, Денис, тебе еще раз огромное спасибо. Вы куда? А? Мама, папа, я. Спортивная семья. Лайк, ты пойдешь со мной? Держи надзирателя. Слушай, у тебя какой-то модный баф, я смотрю. Да. Парашютный, специальный. Что это? Видеонадзиратель. Так, все. Так. Ну, отстаньте, блин, братаны. Спит человек. Не настолько. Хорошие пробежки. Ты докуда? Доби. Ты докуда? На 10. На десятку? Красиво. Доби. Решил вечерком поколоть дровишек. Хорошая погодка. Безветренная. Поют соловьи. Где-то в кустах. Слышите? Трещит дергач. Алина решила меня поддержать в плане пребывания совместного на улице. И чтобы совместить приятное с полезным, побежала на ночную пробежку вместе с собаками.
Черныш, не скули, ты завтра утром погуляешь. Нужно на ночь уровень тестостерончика поднять. Да, Черныш, совершенно верно. Лаки подхватила. Береза начинает высыхать и... Тяжело колоть. Нормально у нас песнопение на хуторе. Девушка, ты проснулась? Да? Ты проснулась и улыбаешься? Ты молодец! Ты поспала всего лишь 47 минут. 46, если быть точнее. 46. Да, ты удивилась? Ты удивилась от такого маленького времени сна? А надо было минимум часика два. Ага, но воздух-то свежий, ветерок теплый. Что мешало спать? Мама шумела, да? Папа шумел. Ничего страшного. Тот, кто хочет спать, будет спать, правильно? Ер. Ну, гуляй с мамой. Скажи, лучше бы вы мне шапку поправили. Нормальную нет. Пилотка. Нормальную мне шапку поправили. Да, зайка. Помахай всем подписчикам. Скажи всем привет, всем салют. Давай. Всем салют.
Ё. Ну что? Кто там? Там камера? Скажи, я тут соска. Забираем. Наверное, Андрей, не хватит. Закрыть периметр нам не хватит. Нам надо будет еще докупать. Ну, не нам, а мне. Еще рулон. В рулоне 20 метров проволоки. А периметр уже понятно, что больше 60. Поэтому надо будет докупить. Одна из ремонтных сеянок вошла в охоту. Буду покрывать фунтиком. Еще 4 на подходе. 2 черно-пестрых. Вот эти пока еще не в охоте. И вот с этого выводка я оставлял себе 3 синоматки. Вот это третья. Поэтому... ждем, и надо будет в будущем, в ближайшее время, покрыть еще 4 синоматки. Вчера сделала для курей вот такой ящик, чтобы они в нем неслись. Работа по курятнику движется, но очень медленно. Потому что до этого у Евы был очень неспокойный период, и вообще не получалось выйти с ней на улицу. Но, в принципе, та работа, которую я могла сделать одна, я ее сделала. Нужно будет натянуть сетку, сделать такой маломальский навес. И, в принципе, ну и калитку. И, в принципе, курятник готов. Сейчас хочу взять Еву и пойти в парник. Там нужно повырывать траву, навести небольшой марафет. По огороду были, на самом деле, очень большие планы. Хотелось много чего посадить, чтобы было и нам, и свиньям. Но, если честно, я понимаю, что у меня сейчас особо времени на огород нету. А дальше его точно не будет. Поэтому мы сейчас посадим минимально какие-то культуры. И на этом все в этом году. Потому что я не хочу разрываться. Мы не едим в тех количествах, в которых я хотела это все сажать. Поэтому я в этом не вижу необходимости. Пока убираюсь в загоне, давайте я вам кратко расскажу, почему я начал... после того разговора, что я сокращаю поголовье, что хочу сократить, почему привез этих двух свиней?
Объясню. Это наша белорусская, исконно белорусская, единственная порода свиней, которую на территории Беларуси удалось вывести. Выводилась эта порода с 1949 по 1976 год. В 1976 году эту породу утвердили. В процессе селекции данной породы создавались болотные станции, так называемые, там, где происходило скрещивание разных пород, для того, чтобы вот мы получили то, что получили. Почему именно эта порода? Три фактора основных. Первый. Патриотическое понимание, потому что в Беларуси данной породы официально осталось три свиноматки. Селекционно-гибридный центр Заречья, Республика Беларусь, Рогачевский район, Гомельская область. Если у кого-то и на подворьях остались такие породы, они либо мешанные уже с кем-то, либо их никто не продает, либо про людей, про этих я не знаю. Поэтому захотелось хотя бы на уровне ЛПХ эту породу немножко в стране приумножить. Плюс экономическая составляющая. Содержание свиней данной породы такое же, как и белых свиней, но продажа поросят, там цены немножко другие, на порядок выше. Вкусовое качество свинины. Если кто-то... Ну, все мы пробовали дешевый шоколад молочный. А теперь давайте сравним вкусовое качество этого дешевого шоколада с, к примеру, нашей топовой Аленкой. Либо там с каким-нибудь Альпингольдом. Соответственно, вот, чтобы вы понимали, вкусовое качество свинины, сало в основном по отношению к белым свиньям. Разница существенная. В 2021 году в Беларуси такой породы было 12 тысяч голов племенных животных. Сейчас, повторюсь, три. Причина простая. Африканская чума свиней, как бы она не щадит никого. Поэтому... Я хочу эту породу разводить, хочу из этой породы получать вкусную продукцию, ну и также продавать поросят, чтобы люди расширяли разводили данную породу все больше и больше. Пускай эта порода будет в Беларуси не на госуровне, но в частных хозяйствах она сохранится. Сейчас свиньки стоят вместе с кабаном. Немножко простимулирую их охоту. Кабан простоит с ними день, сутки. Потом я отниму и буду смотреть по состоянию свиноматок. Как только в охоту, сразу фунтику. Ну, фунтик такой. Фунтик не намного больше, чем эти свиньки. Ну как, относительно не намного.
Раф, люди интересуются, почему у тебя голова линять начала. А? Ответь ему этот вопрос. Скажи, потому что я начал линять. Линька закончится месяца через два. Я похож на Александра Сергеевича Пушкина. Скажу, линька закончится месяца через два, и я превращусь на короткий срок в облезлую крысу, в лысую. Так? Так. А потом шерсть у меня будет расти новая, чистая, шелковистая. И у меня появится снова возможность спать на снегу. Правильно? Правильно. Раф. Раф.
Закончился кирпич, надо будет подвести чуть-чуть еще именно сюда, кирпич-то он есть. Вот так вот получается, получается очень интересно. Также хочу сделать вокруг костровой зоны, пойдемте покажу. Сюда будет тоже небольшая дорожка, либо это будет вот так вот расходиться, здесь уже полукругом будет. Посмотрим, надо будет сделать разметку, посмотреть, как правильно будет здесь все это до конца доделать. Вот эти камни положил специально, потому что они тяжелые, они будут отсекать очаги пламени, которые будут исходить от костра. Также в эти камни можно будет упереть ноги, здесь будут стоять лавочки из бревна. Лавочки, наверное, попрошу, чтобы помог сделать брату, потому что у брата есть в этом опыт, он уже такое делал в деревне. Сделали до конца территорию под огород, огородили. В следующих роликах будем с Алиной заниматься посадкой. Я соберу до конца грядки. Ну и идем дальше. На этом ролик подходит к концу. Вам всех благ, всего самого хорошего. Спасибо за просмотр, за подписку. Всех вам благ. Пока. Пойдемте, я еще покажу, как получилось. Белорусская Италия. Все в глине. Вот так вот.